находимся во дворе Свято-Георгиевской церкви города Кишинева. Строительство было заложено болгарами, которые выехали из Болгарии в конце 18-го, начале 19 века. Сюда ходят прихожане, в том числе и болгары, которые живут в Кишиневе. Мы пришли сюда от имени болгарской общины при поддержке ассоциации АСИКС поздравить прихожан Свято-Георгиевской церкви с праздником, помочь им в это непростое время. Сегодня нам в эти святые дни доставлены подарки, которые будут переданы нашим неимущим пенсионерам, прихожанкам, которые, скажем так, в это тяжелое время живут не очень сладко. И вот те куличи, вино, крупы, продукты питания, консервы, которые нам сегодня передали, будут переданы в первую очередь нашим неимущим престарелым людям, прихожанкам и прихожанинам. И благодарю и председателя болгарской общины господина Георгия, и всех тех, кто приложил свою руку, щедрую руку помощи. Пусть Господь приумножит любовь, мир, потому что в эти святые дни мы обязаны просто, как христиане, помогать друг другу, особенно неимущим. În perioada Paștelui am decis să oferim 2000 de cutii cu produse alimentare pentru masă de sărbătoare. Dintre acestea, 400 sunt pentru membrii comunității bulgare, inclusiv 50 am dat inuriașilor Bisericii Sfântul Gheorghe din capitală. Susținem comunitățile locale pentru că ne pasă.